Привет, друзья! Меня зовут Лиза. Я педагог многожанрового эстрадного вокала в студии «Соловей». Сегодня я хочу ближе познакомить вас с мелизматическим пением. Этот видеоурок будет полезен для тех, кто постоянно занимается развитием своего голоса и стремится стать еще более музыкально образованным. Смотрите это видео до конца и узнаете лайфхак, как самостоятельно развивать мелизм. Итак, мелизматика или пение мелизмами – это сложный уровень пения, в котором распевается определенный слог в начале, в середине, в конце предложения или во всех местах сразу. Иными словами, это усложнение материала на ваш вкус. Импровизация – добавление украшений в виде длинных или коротких звуковых перебежек. Как же овладеть такой техникой? Как научиться повторять за любимым исполнителем или самому импровизировать, используя мелизмы? Для этого нужно знать и учитывать 4 главных правила идеальных мелизмов. Первое. Все мелизмы распеваются на гласные звуки. Второе правило. Все мелизмы имеют базу – пентатонику. Пентатоника – это звукоряды из 5 ступеней. Третье правило. Точность разделения бегущих нот. Их нельзя смазать. Мелизмы сразу потеряют свой смысл. Четвертое правило. Чистая интонация. Если даже вы правильно выполните третье правило, но промахнетесь и споете фальшиво, это также испортит общую картину. Ну что, друзья, сегодня вы могли узнать, насколько мелизматическое пение может украсить ваш голос, а также 4 главных правила идеальных мелизмов. Развивайтесь в этой технике. Под руководством профессионалов у вас получится еще быстрее. Поэтому приходите на занятия в нашу музыкальную студию «Соловей» в Санкт-Петербурге или занимайтесь онлайн на площадке Voice Community. Надеюсь, вся информация была для вас полезной. Если так, оставляйте свои комментарии с впечатлениями и вопросами. До новых встреч!